Слушай, ну период непростой, там много чего поменять надо было, потому что у меня все-таки я начал работать немножко по-другому, там, с новым тренером, и вообще все, ну, сложновато. Вот, но в целом я думаю, что сейчас вот как раз оно получше. С днем рождения! О, спасибо! Подожди. Ладно. Да, хотел тебя поздравить с днем рождения, чтобы ты желание вслух загадал. Вслух желание загадал? Да. Знаете, вот когда рыбку ловят, этот чел щуку вылавливает, мне всегда интересный был вопрос, почему он не мог ее сразу еще на дополнительное желание развести, а потом уже спокойно, планомерно строить бизнес. Потому что а так он сразу первый, второй, третий, говорит, все, 8 желаний, рыба, ты мне должна. Вы не рыбка? Нет. А кто по знаку зодиака? Скорпион. Ну, нет. Дайте торт. Спасибо. С днем рождения. Ладно, спасибо. Дима, поздравляем с 32-летием. Желаем войти в 32 сегодня по тяжелой ветке, ну и дальше. А, в 32 я уже попал. А, даже без так? Боя, да. Ну, потому что возраст позволяет. Wait 32. Спасибо.